И всем привет, с вами Александр Навасов, в данном видеоролике сегодня я вам покажу супер крутой баг. Ну это не баг, конечно, это специальная программа, ну не программа, которая заменяет, короче, файлы в игре. И сегодня мы зайдем на сервер и я вам покажу, как это делается. Я пока что зайду к ботам. Возможно, зайду еще на сервер, но я не знаю, насколько, я не хочу затягивать этот видеоролик, например, там на сколько-то минут. Я вот сниму именно самое главное. Так, сейчас у меня загрузится Dust 2. И смотрите, какой прикол. Здесь сейчас я буду делать прицеливание. Реальное прицеливание в CS, которое не добавлено вообще в CS. Нельзя прицеливаться в CS вообще. Поэтому я сейчас буду прицеливаться. Сейчас объясню как. Сейчас у меня сюда зайдет. Так. Я выбираю команду. И вот смотрите, например, допустим, мне нужно что-то купить. Смотрите, я покупаю, например, дигл. И вот я прицеливаюсь. То есть прицел работает. Так. То есть смотрите, вот. Но прикол в том, что это никакой не конфиг, это именно программа, которая заменяет файлы игры. То есть вы можете брать и просто вот так вот, я не знаю, как сейчас clear. Сейчас попробую. Смотрите, GIF Viapon AK47, например. Допустим, AK47 вы заспавнили. Я не знаю, она заспавнилась вообще, нет? Значит, не спавнится. Странно. Наверное, если честно, на нуле был. Да, вот так вот. В общем, мы берем коллаж. Смотрите. И мы можем прицеливаться, и мы мы прицеливаемся и можем стрелять с прицелом. Именно этот, ну, то есть прицел, это, короче, так делается. Прописывается как он? То есть вы просто берете и прописываете в консоли, просто пишете здесь прицел, именно вот здесь вот в настройках можно здесь его найти. Заходите в настройки игры, клавиатура и мышь, и здесь вы просто где будет прицеливание, вот оно прицеливание, и это прицеливание берете и заменяете, ну то есть вот этот альтернативный огонь вы убираете и ставите именно на прицеливание, вот оно прицеливание, здесь заменяете просто вот эту вторую кнопку, чтобы она прицеливалась, ну чтобы так было. Или здесь прописываете это все кодом, чтобы прицел был. Ну, в общем, кто знает, как пишется прицел, тот знает. В общем, можно на любую пушку, неважно на какую. Например, М4-1С. Вот он. То есть сейчас возьмем мы М4-1. Вот. И мы можем с любого абсолютно оружия прицеливаться. Но кое-что я вам расскажу. Например, минус это в том, то, что вы берете, например, АВП, и вы прицеливаетесь вот так вот. Не как обычно вы прицеливаетесь, а прицеливаетесь именно АВП, как АВП вот так вот. То есть вот так вот как-то. То есть вот, получается так как-то. Это все. Давайте я перейду за другую команду, чтобы вам показать уже с ботами. Бот ад. Например, Т. Я двоих заспавню за этих. То есть мы можем спокойно вот так вот прицеливаться и стрелять, убивать врагов. Так, например, берем пистолет, и мы можем здесь, допустим, мы бежим, ну, то есть, чтобы они не заплентили, а плентить, наверное, они точно будут на Б. Ну, неважно, в общем, мы можем тут, вот они пошли, и мы можем спокойно этих ботов убивать именно нашим прицелом. Можем вот так вот убивать, это как бы все равно. А можем и убивать прицелом, то есть, тоже удобно стрелять прицелом. Странно, почему-то я не могу убить их. Могу, ладно, все нормально. То есть, если вот так вот прицелиться, если уметь прицеливаться, конечно, не ровно прицеливаться, но если вот так вот ровно прицелиться, то все будет нормально и можно как бы поиграть. Например, я сейчас заспавню себе калаш, допустим, просто. И, например, убью сейчас одного из ботов. Наверное, он там. По логике ботов. Но так как они безобидные, то есть они не стреляют в меня, поэтому я их и убиваю спокойно. То есть все это прицеливается, вот так вот все делается. Допустим, смотрите, берем мы М-ку. Берем М-ку, например. Берем М-ку. Вот у меня такая вот М-ка. Смотрите.
Мы идем, например, играем в ММ. Там идут по миду враги. Вы просто берете, стреляете, убиваете с прицела. Понимаете, с прицела. У других игроков такого не будет. Если вы все пропишете правильно, если вы замените прицел в настройках и все будет нормально, то есть вам это упростит игру. То есть в ММ вы будете выигрывать, потому что у обычных игроков нет прицела, и они прицеливаться не могут. Вот так вот. То есть как-то так. Но эта программа называется Steam Manager. Короче, он заменяет файлы игры, и вы можете там подкачать файлы и вот так вот заменить на прицел. То есть заходите в папку игры Counter-Strike, и там, где стрельба, вы просто заменяете цифру 0 на цифру 1. То есть у вас будет там стоять 0, вы ставите цифру 1. Все, у вас будет прицел, вместо того, чтобы, например, переключать стрельбу на глоке или что-то типа того. То есть Valve это сделали, но это еще не добавили в игру. Но прицел есть, то есть я беру, спокойно убиваю врагов. Вот и все. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов, пишите комментарии под видео и всем